тот день Вере сделали выгодное предложение по работе, но она не знала, как сообщить об этом мужу. Вера Василькова, 29 лет, преподаватель спортивных танцев, замужем. Слушай, как вкусно. Может, тебе в повара податься, а? Наконец-то будет у тебя постоянная работа. Ну что, хорошая идея. Иван Васильков, 31 год, архитектор, муж Веры, временно безработный. Открою ресторан, заработаю кучу денег. Знаешь, если я не заплачу за аренду, меня выставят на улицу. Кстати, мне сегодня предложили подработку. Так. Это где же сейчас можно найти такую подработку, чтобы арендовать танцевальные залы, а? Ну, в одном развлекательном клубе. Это не стриптиз-клуб, случайно? Вань, ну хоть бы и так. Это элитное заведение. Я там не буду раздеваться. Всего лишь танцы и все. Меня будет довозить домой водитель. Нет, и еще раз нет. Ты не понимаешь, что такое стрип-клуб. Сначала всех заманивают туда танцами, только танцами, а потом пьяные мужики смотрят на тебя, суют деньги куда не помню. Ой, даже ничего не хочу об этом слушать. Ну ты че? Ты что, мне не доверяешь, что ли, а? Я сам достану тебе деньги. Где ты их достанешь? Ты полгода уже не работаешь. Мы все деньги, которые откладывали, уже давно проели. 2 месяца живем на мою зарплату. Я сказал нет! Не доводи меня, Вера. У меня своя школа танцев. Это не какой-то кружок по интересам. Я нашла талантливых детей, научу их ритму, пластике, языку танца. Но проблема в том, что помещение стоит дорого. Ну, я нашла подработку, а муж против. А что это за подработка, против которой так возражает ваш муж? Мой муж очень ревнивый, а мне предложили выступать в стрип-клубе. Нет, все надежно. Предложение мне сделал отец одной из моих учениц. Кстати, владелец того самого ночного клуба. И вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот, уже лучше. Молодец. Ну, я еще дома потренируюсь. Конечно. Спасибо. Вера Андреевна, да? А когда у нас следующее занятие? Ну, в следующую пятницу в это же время. Долго. О, пап, привет. Привет. А ты видел, как у меня классно получается? Алиса Беликова, 13 лет, школьница, ученица Веры. Ты просто умничка. Кирилл Беликов, 36 лет, владелец ночного клуба, вдовец, отец Алисы. Ну беги, переодевайся, я опаздываю. Ну как наши дела? Здравствуйте. Хорошо. У Алисы очень хороший слух, я думаю, у нее все получится. Ну это, безусловно, только ваша заслуга. Алиска только о вас и говорит постоянно. Правда? Вера, вы очень талантливый педагог. После смерти матери она никому так не привязывалась. Ну, моя заслуга в этом минимальная. Она очень способная, стоит ей показать, и она все повторяет. Вы очень любите танец, это сразу видно. И умеете других заряжать своей любовью. Спасибо. Вера Андреевна, вы не хотите подготовить какой-нибудь номер и выступать в моем клубе? Обещаю очень прилично платить. Так как-то неожиданно, я даже не думала об этом. Дочь говорила, вас собираются попросить из этого зала. Готов дать вам денег авансом для аренды. Я подумаю, спасибо. Подумайте, я вам позвоню. Всего доброго, до свидания. Я подумаю. Я доверяю Кириллу, он надежный человек и готов помочь осуществить мне мою мечту. А муж и слышать ни о чем не желает. Кстати, а почему вы так доверяете этому Кириллу? Я, конечно, не хочу сказать, что ему нельзя доверять, я ничего про него не знаю. Но мне интересно, почему все-таки? У вас есть для этого какие-то основания? Ну, он отец моей ученицы. И что? Что, все отцы ваших учениц обязаны быть абсолютно порядочными людьми? Ну, один хороший человек решил помочь другому хорошему человеку. Ну, что здесь странного? Я думаю, что вы напрасно пытаетесь искать какой-то второй смысл в его предложении. Вы мне лучше посоветуйте, как мне с мужем поступить. Я не пытаюсь искать второй смысл в этом предложении. Я просто говорю, что есть две вероятности, что этого второго смысла там нет и что он все-таки есть. А вы почему-то рассматриваете только одну. Несмотря на запрет мужа, Вера все-таки решила принять выгодное предложение Кирилла. Алло? Кирилл? Здравствуйте. Я хотела сказать, что я готова выступать в вашем клубе. Назначьте дату. Мы напечатаем афиши. Кстати, вы как собираетесь выступать? Под своим именем или псевдоним возьмете? Ну, давайте я буду Авророй. Это интересно. Утренняя звезда в ночном клубе. Что ж, отлично. Спасибо, всего доброго. До свидания. Уже неделю Вера втайне от мужа выступала в клубе Кирилла. Ей становилось все труднее объяснять свои ночные уходы из дома болезнью тети. Ладно, ну все, целую. Пока. Прошло несколько дней. Вера была уверена, что Иван ни о чем не подозревает. Вера, что это? Какая-то Аврора. Ты что, думаешь, что это я? Да она вообще на меня не похожа. Перестань мне врать! Да отпусти меня! Не больно! Я хочу, чтобы ты мне сказала правду! Отпусти меня! Да, я работаю в стрип-клубе. Между прочим, отрабатываю деньги, которые дал мне Кирилл на танцзал. И почему же он дал тебе эти деньги? Он хозяин клуба. Его дочь у меня занимается. Между прочим, он приличный человек. Вань, ну я же тебя не изменяю. Как выглядит этот Кирилл? Вань, ну это уже смешно. Я сказал, как он выглядит! О, ну, ему лет 70. Маленький, лысый, противный. Это он? Вань, ну если ты все знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Хотел очередной раз убедиться, что ты врешь. Я не понимаю! Ну что тебя тянет в эти места, а? Все, с меня хватит. Надоело жить во лжи. Меня сегодня не жди. Вань, ты куда? Постой, а? После ухода Ивана Вера не могла уснуть. Телефон мужа не отвечал. Да, алло? Здравствуйте, скажите, кем вам приходится Иван Васильков? Муж, а что? Он попал в ДТП, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как? Где? Иван выжил после аварии, однако ему потребовалась операция, на которую были нужны большие деньги. Привет. Привет. Как Иван? Все плохо. Могу я что-нибудь сделать? Кирилл. Я хочу к тебе обратиться как к единственному человеку, который может мне помочь. Да, я слушаю тебя. Ивану срочно нужна операция. Она стоит больших денег. Ну, мне негде их взять. Я прошу у тебя в долг. Я все отработаю. Я буду выступать даже каждый... не сомневайся, Вера. Я помогу тебе. Спасибо. Я не думала, что ты захочешь влезать в мои проблемы. Почему я должен отказываться вникать в проблемы женщины, которая мне... очень нравится. Спасибо, ты самый лучший друг. Деньги я отдам вечером. С собой, как ты понимаешь, у меня больших сумм нет. Ты не волнуйся, лечи мужа. Если тебе сейчас не до выступлений, можешь пока не работать у меня. Да нет, что ты, я хочу отработать долг как можно быстрее. Похоже, ты очень сильно любишь своего мужа. И все же, Вера, ты необыкновенная женщина. До вечера. Спасибо. До вечера. После удачной операции Иван быстро пошел на поправку, и его выписали из больницы. Ну вот мы и дома. Я твой любимый супчик сварила. Не хочу, я устал. Да и нога разболелась. Я спать. Вань, Ну посмотри на меня. Ну скажи, что у нас все хорошо. Ты простил меня? Да, да. Вера не могла оплатить аренду помещения для своей школы танцев. Неожиданно отец ее ученицы Кирилл предложил Вере выступать в ночном клубе за солидное вознаграждение. Безработный муж Веры Иван запретил жене выходить на эту работу. Она начала танцевать в клубе втайне от него. Однажды вечером Иван узнал правду. После ссоры с женой он ушел из дома и попал в ДТП. Состояние здоровья Ивана быстро улучшалось, а отношения между супругами оставались прохладными. Хватит мне помогать. Может, ты со мной еще в туалет сходишь? Вань, ну я же хочу как лучше. Я не такой беспомощный. Вот супчику поешь. Я сегодня поздно приду, только ты не волнуйся. Я взяла кредит в банке на твою операцию, и мне нужно его отработать. В каком банке ты взяла кредит? Вань, ты что, не доверяешь мне? Вань, ну так нельзя. Ну твои сцены ревности меня уже достали. Я просто все еще надеюсь, что ты уважаешь меня, что ты не лжешь мне. Так в каком банке ты взяла кредит? Покажи документы. Вань, ну прости меня, ну, ситуация была срочная. Я попросила у Кирилла в долг. Но мы договорились, что я их отработаю в течение полгода. Я буду выступать каждый день, каждый вечер. Вань, ну ты куда, а? Ты даже суп не поел. Лучше бы я сдох. Вы знаете, мне стало просто невыносимо жить с мужем. Он не разговаривает со мной. Всячески показывает, что презирает меня, что ли. Не смотрит мне в глаза. Я думаю, что он меня разлюбил. Знаете, если бы он был здоров, я бы ушла из дома. Вопрос в том, за что он вас презирает. Если за то, что вы его обманули, то, согласитесь, вообще-то его можно понять. А если за то, что вы, по его мнению, ведете себя как-то недостойно, тут же вопрос серьезнее. Ведь тогда, в сущности, речь идет о том, что он вам не доверяет. А это уже многое говорит о его отношении к вам. Когда Иван узнал, что деньги на операцию я взяла у Кирилла, знаете, что он мне сказал? Да лучше бы я сдох. Разве можно так? Ревность вообще странная штука. Да и ревнуют ведь обычно те люди, которые не вполне уверены в своей собственной привлекательности. Ну, сами задумайтесь, а почему Ивану оказалось так легко поверить в то, что вы бросите его ради Кирилла? Но он даже не хочет подумать, ну где бы я иначе взяла денег? Хоть бы спасибо сказал, что ли. Вместо того, чтобы устраивать мне бессмысленные истерики. На днях. Вань. А ты почему не спишь? 5-й час уже. Тебя уже Кирилл подвозит. Я все видел в окно. Я не знаю, кого ты видел, но меня подвез водитель. Он подвозит всех танцовщиц. Ты хочешь сказать проституток? Вань, ну хватит, меня достала уже твоя ревность. Я, между прочим, деньги зарабатываю, чтобы отдать за твою операцию, а ты? А меня достали твои измены. Мог бы ходить, давно бы уже ушел от тебя. Ну и катись. Мне, конечно, нужно было сдержаться, а не психовать. Я понимаю Ивана, ему сейчас очень тяжело. Но я так устала от его постоянных придирок. Другое дело Кирилл. Он надежный, нежный, внимательный. Вот интересно, если бы Кирилла не было, или если бы он не был таким нежным и внимательным, вас бы муж точно так же раздражал? Кирилл стал незаменимым другом для меня. Вы знаете, я даже чувствую, что нравлюсь ему как женщина. За все это время он даже не попытался повести себя как-то непристойно. Возможно, если бы Иван сейчас был в другом положении, я, может быть, попыталась свое счастье с Кириллом. Тогда какая разница, разлюбил вас муж или нет? Если вы считаете необходимым помочь ему окончательно выздороветь, это одно дело, и оно может не иметь ничего общего с любовью, помогайте. А вот если вы считаете, что виноваты во всех его бедах, то, боюсь, вы слишком много на себя берете. И ревность, и недоверие, и обиды. Это его беда. Вера решила не отказываться от ухаживания Кирилла. Симпатичный ресторанчик. Ну, ты меня хотя бы предупредил, я бы как-то подготовилась. Вера, я хочу видеть тебя постоянно. Ну, мы же и так постоянно видимся. Я давно не испытывал таких чувств. Я так счастлив, что встретил тебя. Я хочу, чтобы ты переехал ко мне. Хочу оберегать тебя, заботиться. Моя дочь от тебя без ума. Кирилл, ты же знаешь, Иван после операции должен встать на ноги. Я не могу его бросить. Твой муж, да он замучил тебя. Ну, хочешь, я найму для него сиделку. Любую. Старую, молодую, брюнетку, блондинку, какую хочешь. Прекрати. Ну, сколько мне еще ждать? Ты же видишь, я на все готов ради тебя. Скажи только, что делать. Я так не могу, это неправильно. Думаешь, опять о своем Кирилле? Вань, перестань. Ты даже не заметил, что я без костылей. Ванька, и правда, слушай, я так рада. Вот теперь я все смогу. И за девочками побегать, и за пивком сгонять. Вань, не смешно. Слушай, давай лучше отметим то, что тебе стало лучше. Я сейчас вино открою, ладно? Вер, перестань. Я же вижу, тебе все равно, пошел я, не пошел, о чем думаю, чем занят. У тебя же новая любовь, перспектива. Перестань, а. Уходи, уходи. Я же вижу, как тебе со мной тяжело, не надо. Вань, ну как я могу бросить тебя, больного? Ты со мной только из-за жалости. Я так и думаю. Вань, хватит меня мучить, а? А мне? Мне, думаешь, легко? Хотя, знаешь, мне уже все равно. Ждать тебя по ночам. Думать, где, с кем ты, как ты. Ой, я устал. Все, я пошел. Вань, ты куда? Наслаждаться жизнью. Так же, как и ты. Время шло. Вере становилось все труднее находиться с мужем под одной крышей. В тот день Вера пораньше пришла с работы. Что здесь происходит? О, кто к нам пожаловал? Верунчик! У нас тут свидание. Зоя Демченко, 34 года, соседка Веры и Ивана, продавщица, не замужем. Что, не ожидала? Да что ты сегодня рано так пришла? Я вам что, помешала, что ли? Да, помешала. Иди к своему Кириллу. И нечего жалеть меня. Я, может быть, тоже хочу начать новую жизнь. Да как ты можешь? Вера не ожидала такого предательства от мужа. Алло, Кирилл? Я ушла от мужа. Я знал, что терпеливые всегда выигрывают. Я так счастлив, что ты наконец решилась. За тебя. Когда ты перевезешь ко мне свои вещи? Не знаю. Значит так. Оттуда ничего не привози и вообще туда не возвращайся. Завтра же мы поедем с тобой в магазин. Я куплю тебе все, что ты пожелаешь. Спасибо. Алиска, когда вернется из Крыма, так будет рада, что ты живешь с нами. Да, кстати, как она? Как все дети. Совершенно счастлива. Бабушка ее там балует. А ты такая замкнутая. Не передумаешь? Не уйдешь от меня завтра? Нет, мне некуда уходить. Ну скажи, я хоть нравлюсь тебе? Да, нравишься. Вера не могла оплатить аренду помещений для школы танцев и втайне от мужа приняла предложение Кирилла выступать в ночном клубе за солидное вознаграждение. Узнав об этом, безработный муж Веры Иван оскорбился и ушел из дома. Ночью он попал в ДТП. Ему потребовалась дорогостоящая операция. Вере пришлось вновь обратиться за помощью к Кириллу. Поправившись, Иван не простил жену. Он был уверен, что у нее роман с Кириллом. Чтобы досадить жене, Иван стал ухаживать за соседкой Зоей. В отчаянии Вера приехала домой к Кириллу. Наутро Вера поняла, что совершила большую ошибку. Она не любила Кирилла, а на отношения с ним ее толкнула только обида на мужа. Вера остро почувствовала, как ей дорог Иван. Иван, я вернулась. Иван! Иван! Да что же я наделала? Знаете, после того, когда я увидела Ивана с этой... с соседкой, я со злости встретилась с Кириллом и осталась у него на ночь. А остались тоже со злости? Или потому, что он был внимателен и нежен? Наверное, раньше я просто хотела покоя. Я чувствовала себя измученной, уставшей. Но Кирилл не мой человек. Ему нужна другая женщина. А я люблю мужа. Никто другой ни за какие деньги мне не нужен. Но я потеряла Ивана, он ушел от меня. Ваня? Почему ты без вещей? К чему этот вопрос? Разве ты не приходила за вещами, чтобы уйти к этому своему Кириллу? Я уже 3 дня как дома, а ты где? Я у друга. Мне предложили открыть свое архитектурное бюро. Так что скоро у меня будет... постоянная работа, как ты и хотела. Слушай, давай все начнем сначала. А как же твоя Зоя? Зоя тут при чем? Ничего у нас с ней не было и не могло быть. Думал, больно тебе сделать. Получилось, что больно только мне. Вер, прости меня. А ты? А что я? Ты мне изменяла? Ну, изменяла. Ты была с Кириллом? Да. Что же мы, Ванька, наделали? Он никогда не простит меня. Но почему Иван уверен, что вы простите его? Не за соседку, там ясно, что все это было со зла, а за то, что он вам не верил. Но ведь я же была с Кириллом. Ну, пусть не тогда, когда Иван думал, но ведь была же. Почему же он не может считать меня виноватой? Ну, почему не может? Может, конечно. Вопрос в том, может ли он считать невиноватым себя. Вера больше не выступала в клубе Кирилла. Она надеялась, что муж сможет простить ее и вернется домой. Привет, Вер! Чего ты хочешь? Дура ты, Вера. Он тебя любит, я же вижу. А мне мужчина, который свою жену любит, не нужен. Слушай, иди куда шла. Чего ко мне привязалась? Ты хамка, а мне тебя еще жаль. Я его на остановке вчера видела. Говорит, что между вами все кончено. Навсегда он уехал. Как уехал? Прошло полгода. От мужа Веры не было никаких вестей. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. В этот день заканчивался срок аренды танцевального зала. Она провела свой последний урок. Вера Андреевна, почему вы не взяли деньги моего отца? Он же предлагал. Я не могу. Ну, вы же меня не бросите? Ну нет, конечно же. Теперь мы будем заниматься в другом месте. В кружке. При школе номер 18. Ну ладно, беги, я тебе позвоню. Ваня, ты? Привет. Я слышал, твоя школа закрывается. Но я же тебе обещал. Я заработал денег. Теперь этот зал твой. Вань, ну при чем здесь зал? Ну где ты пропадал? Ну почему ты не звонил? Ну почему? Почему? Скажи мне. Почему? Удивительно, как легко человек соглашается быть виноватым в чужих бедах. Я задала вопрос. Человек не нашел на него ответа и на меня обиделся. За что? За то, что он оказался не так умен, как ему хотелось бы. Разумеется, в этом виновата именно я. Точно так же Вера из нашей истории очень легко согласилась быть виноватой в обидах собственного мужа. А этих обид было много. И за то, что она в клубе танцует, и на нее мужчины смотрят. И за то, что она этим мужчинам нравится. И за то, что она его обманула. И за то, что деньги на его лечение зарабатывала. И даже за то, что возмутилась его пьяной вечеринкой с соседкой. Вот она и рухнула под тяжестью этих обвинений. Только если я кому-то не доверяю, это совершенно не обязательно означает, что этот человек недостоин доверия. Может, я просто не умею доверять.